Всем привет! С вами на связи Соколованна, проект Elite InfoBiz. Сейчас я нахожусь на сайте, где всем обещают заработок от 100 тысяч рублей в месяц. И всего лишь нужно предоставить им в аренду свой компьютер. SPDS автоматически обрабатывает данные заказчиков при помощи ресурса вашего компьютера, а вы зарабатываете деньги. Один обработанный файл – это примерно 73 копейки, но файлов для обработки миллионы, и обрабатываются они автоматически сотнями в одну секунду. За одну секунду в среднем обрабатывается 100 файлов. Здесь говорится, что ежедневно у компаний, занимающихся интернет-маркетингом, биржевых трейдеров, аналитических компаний, накапливаются терабайты статистических данных, которые необходимо анализировать, структурировать и упаковывать в удобный для использования формат. Это нужно делать в короткие сроки, и поэтому они готовы платить нам большие деньги за это, используя наши ресурсы. Конечно, звучит это все очень бредово, потому что куда дешевле купить свое оборудование и обрабатывать таким образом файлы, чем каждый раз платить от 100 тысяч рублей каждому пользователю. Это просто невыгодно, и вообще, кто бы на такое пошел. Чтобы заработать деньги, нужно выполнить 3 простых шага. Если честно, я думала, что шаг первый – это зарегистрироваться, но нет. Достаточно всего лишь нажать наверху страницы кнопочку «Начать работу». Потом все автоматически произойдет, и потом уже можно будет выводить деньги. Что ж, то, что здесь нет регистрации, это не очень-то хорошо. На всех сайтах, которые особенно работают с деньгами, регистрация должна быть. Итак, я запустила процесс. Происходит какая-то загрузка данных. Нас просят не закрывать окно браузера. Сейчас будет происходить якобы обработка. Этот процесс займет некоторое время, поэтому я пока поставлю видео на паузу. Итак, данные загружены, всего 75 721 файл, стоимость обработки одного файла 1 копейка с лишним, вознаграждение составит 833 евро. Нажмем «Обработать все файлы», и теперь нужно дождаться обработки. Происходит анализ каких-то данных, построение отчета, сжатие данных и загрузка на сервер. Опять приостановлю видео, чтобы вы не ждали возле экрана все это время. Обработка завершена, итого к оплате 750 евро. На все про все ушло минут 10-15. За 10-15 минут 750 евро, это, конечно, неплохо, далеко неплохо. Если бы можно было так зарабатывать, было бы просто замечательно. Сейчас нужно ждать подключения к платежному шлюзу. Теперь нужно ввести свои данные. Введу какие-нибудь циферки. Почему-то номер карты не вводится. В чем причина, неизвестно. Почему-то красненький. Выполняется перевод средств. Данные реквизиты не привязаны к моему аккаунту. К какому моему аккаунту я даже не регистрировалась. Стоимость привязки реквизитов 300 рублей. Этого и стоило ожидать. Конечно же, просто так бы никто нам ничего не выплатил. 300 рублей нужно здесь теперь платить за какой-то вымышленный платеж. Привязка реквизитов. Такого вы нигде не найдете на нормальных сайтах. Но здесь, пожалуйста, платите собственными средствами. Сейчас я приостановлю видео и оплачу данный платеж. Платеж я оплатила, теперь должна произойти привязка электронной подписи к платежной системе. Операция привязки электронной подписи выполняется якобы. Здесь прям все пишут, как будто данный сайт функционирует и на самом деле здесь что-то делается. Но, конечно же, это все просто муляж. Ничего на самом деле не выполняется, нас просто переадресовывают на следующую страницу, на которой с нас будут опять требовать деньги. А именно 720 рублей – это регистрация этой электронной цифровой подписи. Но, конечно же, никакой цифровой подписи создавать не нужно, она никому не нужна. Нужны только ваши деньги. На подобных сайтах, лохотронах всегда создается множество платежей, которые вы будете платить, платить и платить, и в итоге никто вам ничего не выплатит. Нет такого центра обработки статических данных. Здесь все
просто обман, никто ничего никому не выплачивает. Да, и по самому сайту можно догадаться. Сделано очень дешево. И, конечно же, все реквизиты здесь липовые. Поэтому не стоит здесь ничего платить. Данный сайт никому ничего не выплатил ни копейки, зато уже собрал много денег. Поэтому будьте осторожны, будьте внимательны и не отдавайте свои деньги мошенникам. С вами на связи была Соколова Анна, проект Elite Infobiz. Всем пока!